Газотранспортная система Украины на грани полной остановки. Такой неутешительный вывод сделали на встрече представители профсоюзов отрасли. Денег поступает максимум треть от необходимого бюджета. Нет средств на зарплаты, ремонт газовых сетей и даже на топливо для вызова ремонтных бригад. Люди массово увольняются, предприятия готовятся к банкротству. Участники конференции приняли обращение к президенту и премьер-министру. Если идет оплата за газ, 10% должно поступать предприятиям, которые подают этот газ. В то же время поступает около 3% предприятия на грани банкротства. Еще месяц, два, три, мы не будем совсем знать, как поставлять газ.